там, пожалуйста. Китайский, короче, проверь. Скажите, пожалуйста, что вы о нем думаете? Считаете ли вы Алексея Навального, по призыву которого произошли эти протесты, своим политическим конкурентом на выборах? Вот BBC нисколько не сомневался, что именно этот вопрос вы зададите, потому что это в определенном смысле пропаганда тех людей, которых вы поддерживаете. Те, кто нарушает закон, должны отвечать за эти нарушения. Вот и все. Но одно дело организовывать протестные акции, а другое дело использовать эти акции как инструмент провокации и обострения ситуации для самораскрутки. Вот это я не приветствую.